Два дня до открытия Comeback X. Эй-йоу. Два дня осталось. Если честно, я уже не чувствую сил никаких вообще. Ладно, ну, имеется в виду моральных каких-то, красный глаз. Здорово. В прошлом ролике я сказал по поводу каменок. Сколько в итоге у меня каменок, я скажу в следующем ролике, то есть завтра. Если честно, начнется, конечно, немного с таких историй, что реально очень много сил уже и энергии. Вот, знаете, вот не хватает иногда перезагрузки какой-то одной, когда ты просыпаешься, просадишься сразу за комп и сидишь тут постоянно в этом варишься. Поэтому отдыхать, конечно, супер важно. Это я вам к тому, что напоминаю, вам нужно отдыхать. Кстати, сейчас сундуки уже ввели новые, но их я, конечно, открывать не буду. Сейчас, поэтому, видите, меня мои эти... Рубрика «Три дня до икса», я уже устал открывать сундуки. Но я не устал открывать сундуки. Открывать сундуки — это вообще самое легкое, в принципе, что может быть. Сидишь, пук-пук-пук, открываешь сундучки, чисто тебе падает лут, падает бабки и так далее. Больше, конечно, силы, энергии, вот эти вот собрания, общение насчет клана и так далее. Конечно, тяжеловато это все пошло, но, может быть, я себя просто уже загнал всей этой историей. Надо один день мне точно просто вот выделить. Я хочу субботу. Вот до субботы сделать все, что я запланировал, и в субботу просто зачилиться один день. Вот реально, чтобы вот взглотнуть немножечко свежего воздуха. Отличный приз нам падает. И советую вам всем также, нужно максимально сильно отдохнуть. Не знаю, почему мне пишут три дня, когда три дня уже как бы ролик на канале, уже как бы два дня. Поэтому уже видно сразу, что никто не следит. Поэтому так сильно-то уж не палитесь. Я, кстати, здесь уже бегал. Поэтому давайте где-нибудь там, поселок, озеро. О, идеально, даже портовый город, идеально. Вот на самом деле, конечно, если стартануть вот это вот все с нуля, знаете, да? Зайти, там, побегать. Конечно, естественно, ты будешь там играть. Будешь еще играть там с констой. То есть ты будешь вот в этом вовлечен. Но для того, чтобы стартануть и чтобы продержаться хорошо, недостаточно просто консты. Нужно просто действительно зачилиться. Я знаю, что есть такие люди, которые уже такие: блин, я уже освободил себе время. Я уже сижу и жду этот камбэк. Когда я уже могу сесть просто и поиграть? Уже нечем заняться мне. Настолько нечем заняться, что я не знаю уже, что-нибудь произойдет. Но два дня до открытия. Два дня, вы понимаете? Я нет. Честно, я не понимаю. Это, конечно, будет легендарно. Уже сейчас вижу, сколько людей просто готовы врываться. Интересно, знаете что? Один нюанс меня интересует только со старта. Что с донатом? Можно ли будет задонатить до открытия? Потому что если вспоминать прошлый Comeback X, который был... Comeback PV 1.3.6, там нельзя было вначале донатить. То есть личный кабинет был доступен только именно со старта сервака. Вот в чем прикол. То есть задонатить можно было там через минут 5 после старта сервера. Вот хотелось бы залить, конечно, деньжат на старте, чтобы зайти и сразу так шоп открыть. А у тебя тут уже есть голда, попокупать тут всякой всячины вот этой нужной, да? И пойти качаться. Не хотелось бы, потому что именно вот этот донат стартовый, конечно, понятное дело, что люди и так задонатят. Просто очень много народу будет, и если ты хочешь нормально поиграть на старте, ты хочешь, соответственно, вначале оторваться. И поэтому тебе нужно в самом начале иметь уже Gold Shop. Я надеюсь. Возможно, меня услышат. Я буду очень рад, потому что меня услышали насчет регистрации. Из реферальная ссылочка в описании с бонусами. Лучшая реферальная ссылочка от Врумыча. Но она на самом деле такая же, как у всех. Я так чисто говорю для того, чтобы привлечь ваше внимание. В реферальную ссылку они уже сделали раньше. Но, может быть, и доступ к личному кабинету они все-таки дадут для того, чтобы можно было пополнить. Давайте сейчас посмотрим. Я, кстати, так до сих пор и не зарегал еще котов. Уже 2500 аккаунтов зарегистрировано. Очевидно, что кто-то будет еще котов делать, твинов и так далее. Будем, кстати, еще считать немножечко, да, регистрацию, количество зарегистрированных аккаунтов. Поэтому 2...
400, сейчас я вам скажу, 2469 аккаунтов зарегистрировано на момент записи ролика. На момент записи ролика. Блин, а вы же меня спалите, когда я ролики записываю. Хотя меня и так уже тут в чате палят, когда я ролики записываю и так далее. Блин, вот было бы очень круто. Я помню, вроде бы я с подкастом Вегана об этом говорил. Вроде бы он мне рассказывал так чисто, что вроде как... О, защита от вирусов и угроз. У вас, кстати, тоже лаунчер удалился? Ну, дланьки это не ПКС-ки. Хотя, ну, неплохо она стоит. Она, конечно, стоит неплохо, дланька это отлично. У меня тоже лаунчер, короче, обновился. Надо где-то лаунчер скачать опять заново. Вот есть такая фигня, то, что с вирусами. Вирусня. Я бы пытался его там, надо как-то это еще здесь добавить в исключение, чтобы оно не было вот этой темы. Поэтому что-то я говорил. А, насчет, да, что вроде как мне говорили, что донат должны сделать до старта. Я очень в это верю и надеюсь. Конечно, понятное дело, что там есть, подключится будет кэшбэк после сбора 50 человек. Надо будет писать заявку на кэшбэк. Но как минимум на старте, то есть задонатить на гиперы там и так далее. Я вам сделаю отдельный ролик, на что можно на старте донатить и сколько что будет стоить. Поэтому залайкайте этот видос, и я увижу, что вам этот ролик нужен, и я его запишу. Соответственно, какую-то часть надо задонатить на старте, прям именно просто на старт. А потом подключение кэшбэка и просто поехали. Бам! Чисто котлетки такие полетят. Это было бы в идеале, конечно. Меня сокланы спрашивали, говорю, что как? Я говорю, вот в идеале можно так задонатить. Ну а как бы сами как хотите, типа, дело-то ваше по факту. Дело по факту ваше. А, ну еще в конце хотел сказать, что все, не будет у нас репутации, потому что я вот как раз день в день, когда вот репутацию отменили, когда вышла обнова, когда вышли новые судуки, я написал в обсуждении клан-чата, ну, в флудилке в нашей, написал, пацаны, это нечестно, типа, реально, ты там мастер лутает за бонус 7500 репутации, остальные лутают под 2500 репутации. Да, за ревки дается людям репутация, за 50, 80, там, 100 уровень дается там сколько-то репутации, но и стримерам дается куча репутации, то есть ты за эти сундуки тоже репутацию апаешь там вообще нереально. Я, конечно, качал себе на Синау на вот этого репу самостоятельно, бегая по знакам по 12, там, 13 часов в день для того, чтобы по 10, там, 12 тысяч репутации фармить, потому что у меня тогда ни ревки, ни канала, ну, канал был, но никаких рефералок у меня тогда в тот момент ничего не было, я собирал это самостоятельно, а только потом уже как-то начал развивать свой канал. Поэтому 2 дня до открытия КБГИКС. Спасибо большое за просмотр, спасибо большое, что ставите лайки. Пока-пока. И помни, КБГИКС — это семья, а нет ничего важнее семьи.